Всем привет! Сегодня я хотела бы рассказать, как заваривать правильный вьетнамский кофе. Этот рецепт мной подсмотрен во Вьетнаме у девушки, которая работает в кофейне, которая, в принципе, обучила меня, как правильно заваривать кофе по-вьетнамски, именно в фине. Сейчас я вам это расскажу. Настоящий кофе вьетнамский всегда заваривается в финах и пьется с добавлением сгущенки. И вот именно сейчас хочу показать вам самый простой рецепт, который вы сможете легко повторить. Именно такой кофе, как пьют вьетнамцы. Для начала нам понадобится молотый кофе. Я возьму кофе с белочкой, но вы можете взять любой молотый кофе. Фракция помола должна быть достаточно мелкой. Вот сейчас я вам покажу получше. Вот такой вот помол. Плюс нам потребуется фин, стаканчик, сгущенное молоко и горячая вода, не кипяток. Изначально на дно чашки нам нужно будет с вами добавить сгущенку. Сейчас мы это и сделаем. Добавляем так вот хорошо такую ложечку сгущенки. И даже, наверное, еще и побольше можно добавить. Ну, естественно, это делаете на вкус, но где-то около столовой ложечки, может быть, чуть поменьше. Теперь ставим на чашку фин. Открываем его. Вот фин состоит из крышечки, из пресса, из самой чаши, ну и ситечко здесь есть. Вот ставим ситечко, потом чашу. На дно чаши добавляем кофе. И кофе надо добавить так щедро. Ну, наверное, практически половину вот этой чаши. Вот так будет достаточно. Сверху кладем фин, но не прижимаем, просто легонечко кладем. Теперь добавляем горячую воду, чуть-чуть, для того, чтобы только вот встряхнуть, как бы утрамбовать это немножечко. Ну а теперь доливаем горячую воду до самого верха. Так. Накрываем крышечкой. И ждем. Вот так идет процесс заварки кофе. Видите, такими маленькими капельками, очень постепенно кофе просачивается, вода просачивается сквозь заварку, и получается у нас очень вкусный, свежезаваренный вьетнамский кофе. Ну вот, весь кофе у нас процедился. Сверху это будет выглядеть вот так. Можно немножечко еще прижать, чтобы остаточки кофе вылились нам в чашечку. Снимаем фин. Размешиваем получившийся кофе. Пожалуйста, настоящий вьетнамский кофе готов. Если в этот кофе добавить кубики льда, то получится тот самый вьетнамский кофе, который вы можете купить во вьетнамских кофейнях. Холодный кофе. Всем приятного аппетита!